Бибета? Точно, Бибета. А это ты кого в руках держишь? Черепаха? Наверное, самую маленькую выбрала? Лялечку, да. А вон большая, это, наверное, мама или папа, да? Это ляли. Это маленькие лялечки. Они боятся. В уголочек забились. А у тебя она тебе не страшно? Как они ножками, да, передвигают? Лапками передвигают. Что она сделала? Испугалась, что ли? Пойдем дальше. Ой, а это кто еще? Это, наверное, ворон. Ворон. Так, а это у нас кто, доченька, узнаешь? Нет, это хрюшки. Хрю-хрю, свинки. Смотри, как они хвостиками машут. Они рады тебя видеть. Видишь, ты подошла, они сразу так рады тебя видеть. Потрогай за попку, за спинку. Нет? Ну, пойди посмотри, кто еще есть. Вот умничка. Не страшно? Молодец. А там у нас кто? Это у нас кря-кря. Уточки кря-кря. Уточки маленькие, хорошенькие. Так, лучше пальчик не сувать, а то они подумают, что ты им кушать даешь. Как? Цап! Цап-цап-цап-цап-цап. Там есть курочки. Кто там еще есть у нас? Индюшки? Или кто здесь? Да. Петушок. А там кто? Черепашки плавают. А это у нас черепашки, доченька, другого вида. Эта, доченька, называется красноухая черепаха. Так, а здесь у нас в клеточке кто? Ёжик! Маленький ёжик! Спит, что ли? Проснулся ёжик! Ёжик, скажи, ёжик! Доченька, не трогай! Ты зачем языком-то трогаешь? Пу! Ты чего испугался? Не пугайся, малыш. Ты язычком-то не трогай клеточку. Ее же никто для себя не моет. Ух ты! А это кто? Это называется павлин. Конечно, наверное. Не знаю. Давай хвостик потрогаем. Пойдем хвостик потрогаем. Вот хвостик. Скорей трогай, пока он здесь. Скорей хвостик трогай. Вот. Успела? Да. Какой красивый. Он еще очень красивый, когда хвост раскрывает. Прям красивый-красивый становится. Красивая птица, да, доченька? Давай скорей. Убегает от тебя, дочь. Куда ты убегаешь, скажи? Так, готова, дочечка? А это кто? Пятачок? Кто это? Хрю-хрю. Ой. Хрю-хрю. Хрю-хрю.
Опа. Успела в початку, баба. Успела? Отлично. Вот молодец. Так, пойдем посмотрим. Так, ежика мы видели. А это кто у нас? Ух ты! Это енотик. Ну-ка. Енотик бегает туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. Енотик красивый. Смотри, доченька, смотри, он тебе прям в окошко смотрел сейчас. Енотик прям в окошко смотрел. Какой красивый енотик. Ой, дочь. Ой, это у нас кто такой? Собака. Это кто? Лиса. Ее тоже можно трогать? Доченька, лучше не надо. Лиса. Слышишь, как она делает, да, дочь? Красивая лиса. Не рыжая, главное, да, доченька? Обычно лисы рыжие, а она не рыжая. Смотри, дочь. Смотри, какие там попугайчики. Где они там у нас? Вон они, разные попугайчики. А там у нас кто? Там белочка должна быть. Белочка, ты где? Она, может, спит? Наверное, солнышко спит, Белочка. Белочки нету, да? Жалко. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Не хочешь, как хочешь, да, дочечка? Так, а это у нас кто? Это кенгуру, дочечка. Кенгуру. Идем сюда, вот так вот. Так, иди сюда, вот, иди сюда. Вот, вот и хорошо видно. Кенгурятки. Помнишь, я тебе говорила, в сумочке у мамы кенгуренок? Вот, это кенгурятки. Спасибо! А это страусы. Я боюсь. Боишься страусов? Ну, ты... Ну, ты близко не подходи к ним. Просто посмотри, как они выглядят. Страусы. Потом будешь Мишке рассказывать, кого ты видела. Это кто у нас? Козочка. Козочка. Так, а здесь у нас кто? Ау! Ау! Ау, никого нету? О! О, есть! Это у нас синий языкий сцинк. Ящерица. Ящерица. Тут никого нету. Какая-то горочка. Кто-то на горочке катается. Так, и здесь тоже ничего нету. Так, видимо, доченька, кто-то был. Ау, да, всплыл. Чего-то никого, по-моему, нет. Смотри, дочь, вот мы не заметили. Ящерица. Вот она, зеленая игуана. И здесь есть. Слушай, они сливаются со своей... Смотри, с поверхностью сливаются и не видно, да? Это у нас, доченька, эублифар называется, ящерица. Это у нас зеленая игуана. Ящерица. Это бородатая агама. Так, а тут давай искать. Значит, смотри, молочная синалойская змея. Видишь змею? Вижу. Красного цвета. Змея. Все? Пойдем. Пойдем. А это у нас кто? Ку-ку, скажи. Это кто у нас? Я, доченька, не знаю, кто это.
Этот, что за зверь такой страшный? Лося! Это что за индюк какой-то? Нет, ну придумает же природа, а?